В Мурманской 16-й спортшколе наградили лучших борцов самбо и дзюдо. За этот учебный год ребята показали хорошие результаты на соревнованиях муниципального и регионального уровней. К тому же такой вид спорта, по их словам, дает возможность поверить в свои силы, а в опасной ситуации дать отпор обидчику. В конце учебного года принято подводить итоги. Вот и в спортивной школе номер 16 города Мурманска состоялась череда награждений лучших спортсменов, дзюдоистов и самбистов. В этом году воспитанники учреждения, помимо городских и областных соревнований, приняли участие и в международных турнирах, показав высокие результаты. Сегодня с удовольствием принимаем участие в их награждении. Для меня это приятная миссия вдвойне, потому что в 95 году я был инициатором открытия этой школы. Почти 15 лет после работы тренировал детей, поэтому мне это особо дорого. У меня особые чувства к этой школе, но я всегда с удовольствием прихожу сюда, принимаю участие в этой почетной миссии. Ну и считаю, что это определенная дорога для ребят в дальнейшем не только к результатам, но и к здоровому образу жизни. Мамы, папы, бабушки и дедушки с гордостью смотрят на показательные выступления ребят. Борьба или боевые искусства традиционно считаются мужскими видами спорта. Но и девочки не отстают. Им тоже хочется быть в отличной физической форме и закалять характер. Ведь умение дать отпор может пригодиться. В школе проводится воспитательная работа и уделяется много внимания тому, чтобы дети не только тренировались и выступали в соревнованиях, но чтобы они дружили, чтобы они общались, чтобы они интересно и весело проводили время в нашем городе. 16-я спортивная школа работает в Мурманске больше 20 лет. Сегодня в ней занимается свыше 500 человек. Занятия для всех обучающихся здесь проводятся бесплатно, поэтому у каждого есть возможность попробовать себя в единоборствах.